улица Борисенко. Улица Революционная с тротуарами с двух сторон. Улица Советская с тротуарами. Улица Карла Маркса – это участок от 30 лет в ЛКСМ до Березовой рощи, где будет происходить благоустройство территории. Ремонт автомобильной дороги 30 лет в ЛКСМ – это от улицы Борисенко до улицы Безымянная. Улица Южная с тротуарами, улица Красноармейская. Так, межквартальные проезды по улице Карла Маркса между жилыми домами номер 26 и 22. Межквартальный проезд по улице Революционной между домами 120 и 120А. Межквартальный проезд по улице Карла Маркса к жилому дому номер 17А в 8 микрорайоне. Межквартальный проезд по улице Революционной между домами 120А и здание 95. И ремонт тротуаров. Улица Китайкина, улица Борисенко, улица Вокзальная и улица Мира. Это участок от улицы Борисенко до улицы Труда. На сегодня пожелания депутатов. Вот эти все были объекты.